здесь это, ну, барьер, здесь два окна операторов. Вот. Третье окно дополнительное для обработки почты. Заместитель начальника Домодедовского почтамта Евгений Чайкин проводит для гостей, представителей партии «Единая Россия», экскурсию по новому почтовому отделению, открывшемуся в ЖК «Государев дом». Почта здесь нужна была. Район большой, вот такой жилой, и людей много, и обслуживает не только вот именно вот этот район, но и ближайшие населенные пункты. Люди пользуются этим учреждением. Поэтому я, конечно, пожелаю всему коллективу хорошей работы, хороших сотрудников, чтобы почта процветала, Почта России. 40 тысяч человек из окрестных поселений смогут пользоваться услугами этого отделения. Раньше ближайший почтовый пункт был в Расторгуеве. Теперь местным жителям не надо тратить время на дорогу. Я все время ездила на Петровский, 24, очень неудобно было. Сейчас вот здесь рядышком, очень хорошо и удобно. Ну, для меня, по крайней мере, потому что у нас район большой, людей много и очень доступно сейчас стало. Открытие почты в Государевом доме – совместная работа администрации Ленинского округа, депутатского корпуса и компании-арендодателя. Оказали им, безусловно, помощь определенную, сделав каникулы арендные для того, чтобы они смогли сделать ремонт. Кроме этого, у них льготная арендная ставка, которая позволит им комфортно себя ощущать. Представители партии «Единая Россия» пришли не с пустыми руками. Они поздравили почтальонов с грядущим профессиональным праздником и открытием офиса. Несмотря на модернизацию, информатизацию, все уходят в интернет, но ваша работа, она по-прежнему актуальна. Люди не перестают писать письма, а особенно, наверное, сейчас актуально, да, это всевозможные доставки, посылки и прочее. От нас небольшой такой презент, и вот на новое место работы вам чаек. Да. Ремонт в помещении, проведение необходимых коммуникаций – все это было сделано в сжатые сроки. Контракт на аренду помещения подписан чуть больше недели назад. Открылись, грубо говоря, за 3 дня, то есть максимум приложили усилий для того, чтобы уже клиентам было комфортно ездить не 142, 702, а уже здесь по месту получать свои отправления, там, посылки, письма и, ну, все остальное. То есть полный перечень услуг, которые предоставляет Почта России. В настоящий момент заканчиваются работы над инсталляцией и настройкой необходимого оборудования. Полностью штат работников будет укомплектован в течение недели. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.